Всем привет! С вами Елена Курал, Анакотиви. А сегодня я буду тестировать мужской парфюм от Lacoste, Lacoste Pour Homme. Парфюмер у нас Клод Дир. Выпущен парфюм в 2002 году. Насколько я знаю, является одним из самых известных и лучших парфюмов среди мужских у Lacoste. А в классическом флаконе, ну, логотип, в принципе, обычный флакончик. Нанесем на руку, подождем 10 минут. Итак, пришло время слушать аромат. Напоминаю, Lacoste Pour Homme. Аромат также очень цитрусовый, фруктовый. Вот это начало очень сочное, такое динамичное. Чувствуется бергамот, потом грейпфрут, слива, зеленое яблоко. Как я уже повторила, сильное, сочное, такое динамичное начало. Потом продолжают это начало у нас специи, кардамон, корица, розовый перец, можжевельник. Очень такое активное. Это горчинка, она вот как притягивает, дает теплоту парфюму, как согревает. И база у нас это Лондон, сандал, потом ветивер, ром. Что интересно, я была удивлена, узнав, что в его составе есть даже ром. Ну вот, если вот внюхиваться, очень ощущаешь что-то такое вот сладковато, такой-то туман. Я бы еще сказала, знаете, ощущение чего-то железа какого-то. То же самое ваниль тут содержится. Некоторые мужчины не считают его особо мужским, потому что говорят, вот какая-то вот здесь ваниль чувствуется, более такой женоподобный парфюм. На самом деле ваниль вот здесь, она какая-то, я бы сказала, жареная, вот с оттенком вот каким-то железного или вот рома, вот что-то такое вот соединение очень удачное. Делать именно парфюм теплым, в то же время он такой вот действительно мужской. Подойдет, мне кажется, больше для осени. Можно как на работу, в дневное время, куда-то на учебу. Хотя, в принципе, более, мне кажется, для мужчины взрослого. Пап, ты спишь? Все уснули, пока я видео снимаю. Как для дня, так и для ночи, в принципе, равноценно. Ты сломаешь мою руку. Такой вот теплый, с хорошим началом. Интересный парфюм. Я дам ему 83 балла. Посмотрите, может быть, он станет вашим любимым ароматом. С вами была Елена Курал на Коа ТВ. Открывайте мир парфюмерии вместе со мной. Пока, и не спите. Пока-пока.